Друзья, Леша Бочаров, лучшие наушники, пытаемся с вами найти недорогую и самую крутую в мире модель. Если вы выбираете между Harper HV808 и Sony EX155 или 155 AP, которые звучат одинаково, я должен вам рассказать вот что. У Sony универсальное, полноценное, легкое, насыщенное звучание, без прям сильного перебора баса, отдел... А и не хочется снимать, все прям здорово. Достаточно много деталей. Ощущаешь, будто присутствуешь при исполнении музыки, а не слушаешь наушники. Это я все про Sony. Они мне нравятся существенно больше, потому что ничего такого в харперах нет. EX-155 и 155 AP сильно лучше, чем харперы 808.